Приветствую, друзья! Сегодня будем разыгрывать золотую медаль, как и обещано. У нас 555 комментариев и 340 лайков. Лайки YouTube занижает нашему каналу, видимо, потому что алгоритмы считают, что тут накрученные лайки. Хотя на самом деле это люди оставляют лайки, я знаю это. Итак, вставляем ссылку, загружаем наши данные и смотрим. Выбираем случайным образом. Итак, победитель у нас Андрей Коинс монеты Украины. С Новым Роком. Ну, вот у нас парень победил с Украины первый раз. Победитель с Украины у нас на канале. Это хорошо. Сейчас посмотрим и проверим, подписан ли он на наш канал. У Андрея своих 14 подписчиков, немного. Но видно тоже нумизмат, собирает монеты, это хорошо, монета, медаль достанется нумизмату. Смотрим, смотрим, на кого он подписан, ищем нас, мы, нас пока нет. О, знакомый канал Magic Money, Magic Money, это наш дружеский канал, но нас пока нет, сейчас постараемся найти. Пока что-то не получается, но, наверное, где-то мы тут в списках есть. И я просто невнимательно смотрю. Ура, я нашел нас. Сейчас поверну немножко камеру. Вот подписан победитель на канал Серебро Мания, оставил сообщение, и соответственно приз уходит к нему, золотая медаль к нему уходит на его адрес. Ему со мной надо связаться в течение 10 дней, указать свой адрес, и я отправлю эту золотую медаль ему на адрес. Андрей Коинс монеты Украины. Итак, что же у нас за интересная, необычная штука, недорогая, которая пригодится любому нумизмату? Я тут немножко приукрасил, она нужна, наверное, не любому, а только тем, кто собирает серебро, золото. Это самый простой тест на настоящая монета, либо не настоящая. Используется обыкновенный магнит. Вот у меня наборчик, ну, скажем так, я просто сложил три магнитика. Три магнитика у нас. Маленьких дорожных. С помощью них можно определить. Вот один магнит я выложил, отлепил. С помощью них можно определить, настоящая монета или нет. Вот сейчас мы ставим на эту монету и смотрим. Не магнитится, значит, монета настоящая. Естественно, я подготовился и поддельную монету тоже принес. Вот поддельная монета, она металлическая, посеребренная, или как, я даже не знаю, ну такая попалась в каком-то из наборов. Вот она, магнит к ней клепится четко, то есть это металл, и то есть это подделка. Вот таких три магнита было загадано. Это дополнительный подарок, если человек поделился в соцсетях. Я специально сложную задачу сделал. Вначале был вариант салфетки для протирания серебра, специальные такие, либо жидкость для чистки серебра, небольшие бутылочки, то есть, но я специально усложнил, скажем так. В любом случае, победителю я три таких магнита поставлю, я так, они стоят недорого, и это, в принципе, такой дополнительный подарок золотой медали, которую получит победитель. И в дополнение к видео, новые монеты приехали. Не хочу делать отдельное видео. Кого и заинтересует, монет немного, несколько штук всего. Поэтому цветные реи. Цветные реи вот из серии Street Fighter. Вот они вот так выглядят. Очень качественное покрытие. Рей надпись какая-то посеребренная, либо отшлифованная. Сейчас не видно, но в целом на видео они смотрятся плохо. В жизни они очень хорошо смотрятся, отличные монеты. Приехало всего 6 штук, 3 уже продано. И 3, если кому-то надо, по хорошей цене предложу.
А с вами был Анатолий из Праги, канал Серебромания. Ставьте лайки, оставляйте сообщения, а также подписывайтесь на наш канал. У нас всегда новинки, розыгрыши, обзор серебряных инвестиционных монет, а также обзор лотов с eBay.